хочу показать вам район Мезитли. Это немножко дальше от моря. Не так далеко, но дальше. Посмотрите, какой вот район. Здесь такие квартиры. Вот там дальше новостройки. Вот туда я направляюсь, снимаю залог. И рядом школа. Школа здесь кругом рядом. Видите, мои хорошие. Вот эта новостройка красивая. И вот эта новостройка красивая. Смотрите, какая красота. Как где-то в пустыне растут кактусы. Такие красивые деревья. Елка даже. И вот такие кактусы. Видите? Огромнейшие. Красиво, не так ли? Этот район находится рядом, здесь живет моя заловка, и здесь новостроек очень много, только его только обустраивают. Ну, вокруг я смотрю какие-то садики для детей, вот здесь вот есть, и очень красивые дома. Сейчас мы пройдем, поближе подойдем. По-моему, даже не сдали эти дома. Это не садик, а как колледж. Здесь дети учатся 8 лет в школе, потом они должны переходят в колледж. А это, видно, новенькие домики, новенькие, посмотрите. Внизу даже ничего пока нету. Ну, естественно, здесь и газ, и все будет, и они будут не из дешевых. Такой район, все вокруг, это ближе к горам. Магазин керамики. Там тоже, но это только-только новый обустраивается. Там впереди Анадолу Лисеси, лицей тоже. И вот такие вот дома здесь. Смотрите, Калесиру Сириус, номер 2. Очень красивые дома, вы видите. И дом, дворс. С парком. Там Сириус 1, а здесь Сириус 2, Ситы. Вот этот дом, видите? Вот здесь моя заловушка. И это ее район. Вот дальше начинается Енишехир район. Здесь Мезитли заканчивается. Енишехир, потому что здесь много новостроек, здесь новый район, он ближе, знаете, куда? Углубляется в горы. Вот в том месте Енишехир. На остановке вот такой вот огород. По-грузински это пхали, по-турецки не знаю, как называется. Вот я что вам хочу сказать, что турецкий народ настолько любит трудиться на земле, что-то создавать на пустом месте, что вот здесь пока здесь ничего не строят. Там дальше, видите, теплички. Они стараются что-то посадить, что-то за чем-то поухаживать, ну, естественно, продать и заработать. Вот такие они труженики.